суд Божий правилен и правда на земле. Это благогодно Богу. Давайте еще посмотрим, очень важно, что говорит Библия в этом плане. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Господи, так они книжники, они же фарисеи, они даже знали, сами призывать их, слушайте, скажите, а где должно родиться новому царю иудейскому? Царь не знал, они без суда, вот как Вифлеем иудейским. А почему? А потому как написано, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевост Иудиных, ибо из тебя, то есть Вифлеем иудейского, прорвется царь, который спасет все народы. Вот они все знали, и вот братья Христос их назад лицемерами. За что? Послушай, за то, что вы даете десятины, сняты, аниса и тимны. Это такие семена маленькие, что вы знаете, ну трудно их. Они были скульпурозные в этом плане. Они брали стаканчик, все, десятины, на другой. Вот в этом они были чисто плотные. Вы знаете, и на этом они очень сильно карьеру строили.